икона вестерна, полвека отыгравший в этом жанре, однажды выразился. Вестерн рассказывает нам, о чем эта страна. Америка – молодая страна, которая очень бойко и быстро отстроила свою национальную идентичность. Один из центральных ее сюжетов – это освоение так называемого фронтира, земель Дикого Запада, куда только предстояло дойти цивилизации, освоить их и приручить. Разумеется, всякое сюжетосложение подразумевает насилие над материалом. И вестерн в этом смысле – один из самых насильственных жанров. Его мифология построена на жестоком обращении с исторической памятью. Достаточно обратить внимание на то, как в этих фильмах изображены коренные жители Америки. Они антагонизированы, не заведены до каких-то мифических существ, превращены в нечто, что досталось покорителями вместе с землей и теперь должно быть выкорчевано, как сорняк, который нельзя оккультурить. Случайно с 60-х американское кино все чаще порождает так называемые ревизионистские вестерны, попытки деконструкции этой складной мифологии, обращения к ее пропускам и умолчаниям. Это такие фильмы, как «Маккейб и миссис Миллер», «Дикая банда», «Набег Ульзаны» или «Побег в никуда». Эти пропуски, умолчания, это полоненная идеологии большая история, причины, по которым Джим Джармуш никогда не жаловал жанр вестерна. Он называл его фантазийной формой, с помощью которой Америка обрабатывала свою историю. Обратите внимание на эту разницу между словами Уэйна и Джармуша. Первый утверждает, вестерн и есть Америка, и это здорово. Второй говорит, вестерн – это то, что мы решили принять за Америку. И в этом для Джармуша есть проблема. Он выпадает из этой картины мира, чувствует себя чужаком. Джармуш был очень далек от вестерна. Снимал в Нью-Йорке на современном материале. Но в начале 1990-х он почувствовал, что ему больше нечего сказать. И умолк. Он много читал и особенный интерес проявлял к исследованиям истории и культуры коренных народов Америки. И в какой-то момент заметки на полях превратились в замысел фильма об индейце, который становится чужаком на собственной земле, теперь освоенной белым человеком. Мотив чужака и его взгляда часто встречается в фильмах Джармуша, будь это итальянец Роберто Бенини в картине «Вне закона», или «Пес-призрак», практикующий бусидо, или же японская парочка, которая оказывается посреди Мемфиса в таинственном поезде. Но фильму все еще чего-то не хватало. И тут произошла судьбоносная встреча. Джармуш решил ненадолго отвлечься от своих исследований и взял томик Уильяма Блейка, которого обожал. Блейк стал героем вестерна, который переворачивал представление о герое вестерна. Он был пассивным и невинным. А невинный герой вестерна – это мертвый герой. Так и появился мертвец. Эту невинность Джармуш разглядел в Джонни Деппе, с которым дружил с начала 90-х. Они обменивались книгами, Джармуш дал актеру прозвище Пончо. Когда начали снимать, дружба поначалу сбивала Деппа с толку. Он говорил, мы же друзья, а он мне вдруг кричит «мотор». Гэри Фармера, который исполнил роль индейца «Никто», Джармуш нашел в лесах, где актер жил подобно своему будущему герою. Он 2 дня рассказывал мне историю устно и только перед уходом дал все-таки сценарий, вспоминал потом Фармер.
Роберт Митчем, сыгравший жестокого фабриканта Диккенсона, был легендой вестернов, равно как и фильмов нуар. О себе он говорил: «Я знаю два стиля актерской игры – на лошади и без». Если присмотреться, становится очевидно, что сплав этих двух манер Митчем транслировал в образе Диккенсона. Мы не видим его на лошади. В этом властном, страшном человеке есть и отголоски нуара с его мотивами фатализма. И в то же время определенная усталость ото всех переигранных, осточертевших артисту вестернов. Еще более неожиданным пространство фильма сделали появление Игги Попа, каннибала Ланса Хенриксона и торгаша-миссионера в исполнении Альфреда Молины. Кстати, о пространстве. Джим Джармуш снимал это кино с оператором Робби Мюллером, европейцем, который тоже в каком-то смысле был чужаком в этих местах. Мюллер привнес очень многое. Например, придумал находить самые живописные места, а потом просто поворачиваться к ним спиной и снимать обратную сторону. «Мертвеца» снимали без раскадровок, не имея загодя никакого представления о том, как будет построен следующий кадр. И вот эта манера двигаться по съемочному расписанию на ощупь кажется теперь единственно верной. «Мертвец» – необычный ревизионистский фильм. За этой ревизией ничего не может следовать. У него не может быть ни подражателей, ни продолжений. Сам Джармуш предпочитает называть «Мертвеца» психоделическим вестерном. Судьба фильма сложилась непросто. Его пытался покромсать Харви Вайнштейн. Джармуш настоял на своем, и тогда Вайнштейн сделал все, чтобы фильм не увидел успеха у зрителей. Джармуш снял это кино, Джармуш отстоял это кино, и после 96 года к нему уже не возвращался. Ну, а мы с вами посмотрим.